Культовый фильм «Большой Лебовски» получил вторую жизнь на Blu-ray. Звезды фильма 98 года снова собрались вместе на красной дорожке в Нью-Йорке, чтобы отпраздновать это событие. Известная парочка Джефф Бриджес и Джон Гудман снова откалывали свои старые шуточки. Знаете, когда я пересматриваю «Большого Лебовски», это как смотреть старое домашнее видео. Я помню каждый прикол, все, что мы тогда делали и говорили. «О, посмотри на это!» Или «Вот, глянь на то, помнишь, как мы угорали?» Комедийный актер Бриджес сыграл роль разгильдяя Джеффа Лебовски, который нашел свое призвание в похищении людей за выкуп в миллион долларов. Джулианна Мур поражается массовому успеху фильма. Часто люди говорят об этом фильме примерно одно и то же. Типа, вы знаете, это мой самый любимый фильм. Я смотрел его раз 50, еще когда учился в колледже. Когда вы слышите подобное, то начинаете понимать, что вам тоже стоит присмотреться к этому фильму повнимательнее. Как доказательство всемирной любви к фильму, с 2002 года проходит Лебовский фестиваль. Бриджес принял участие в нескольких из них, а у Гудмана так и не срослось. Да, я хотел бы принять участие в одном из них, но только не в качестве ведущего. Blu-ray-версия фильма уже доступна в магазинах, но в ограниченном количестве.